Так, ну что, всем привет, ребят, с вами Император Прайм, и сегодня я хотел бы показать один из классных боев. Что именно, ну, скорее всего, наверное, ребят, то, что суббота, сегодня был стримчик, а также было много сливов, много бомбежки и много чего такого. Но скажу так, что когда ты во взводе и много трепаешься, там, да, всякие моменты на стриме, не так получается прям сильно нагибать, особенно когда ты... Именно вот, ну, такие там, пытаешься раши, пытаешься еще что-то. Когда ты вот играешь иногда сам, сконцентрирован, и все дела, да ты оцениваешь полностью ситуацию. Поэтому я хочу отметить сразу один из моментов, что главная фишка, когда ты играешь сам, вот, это оценивание ситуации. Итак, один из боев. Итак, что же, с чего же мы начнем? Счет 15-15, волшебный счет просто, начало боя. Я, смотрите, продвигаюсь по флангу на армате. На армате. И просто начинаю просто ехать. Занимаю позицию, которую буду танковать. При этом слежу слева за МС-кой. И начинаю потихонечку выцеливать. Ну, тут немножечко... Эх. Я понимаю, что надо чуть-чуть правее взять, потому что... Чтобы пушка и корпусом доворачивать для того, чтобы пушечка спускалась вниз. И даю на 938 чувачочку. При этом, смотрите, стою впереди, просто впереди. Оп, даю на 1015 еще, уже 1900, а счет-то мы проигрываем 13-15. В команде, как вы видите, нету толком никого. Один таксист был, но, увы, что-то не получилось, блин, и, увы, погиб. Увы, так бывает, и я сам, убывает, погибаю. Вообще сегодня было 75 хп, просто умер как лох. Но так бывает. Что же дальше? Все команды стоят сзади, смотрите. До сих пор вот эта катафанская тема. Ну а что мне остается? Я просто разобрал одного танка, при этом убрал Т-14 просто в хлам. Вот, тут немножечко почти я думал, эх. И сюда дал, но ни альфа не прошла, и поэтому 78 хп просто сумасшедший дэмэдж. Вот. При этом я разобрал практически 2 Т-14. 3000 дамага, 12-11 уже вроде немножечко счет вырвался, да. Немножечко не успел добить его, потому что МС-очка приехала, помогла. Ну, спасибо. Но тут крабик, который любитель посветить. Ну, любитель он просто светить. И уходит просто. Я просто еду и так на ходу даю 168 и прячусь. А что делать? Ну, при этом понимаю, 3-2-1 КД... Пытаюсь на каточек, и мне это удается. Просто волшебная темка. А счет-то 8-10 и до лампочки. Ничего не помогает. Дальше выцеливаю, забираю еще фраг. И уже 3 фрага. И сделал для команды что-то. 8-9. Но, увы, это не помогает. Не помогает, потому что команда просто полное дно. Ну, полное дно, ребят. Если вы рассмотрите, смотрите, кто где стоит. Краб вообще не светит. Эти еле-еле продвигаются. И тут один из моментов, один из днарей. Альянс Мотор. Не помню, кто. Чья-то или Академка, или это новое. Ну, факт в том, что это один из донных игроков этой игры, хочу отметить, с ником Халява. Днище полное, так что можете его встретить, даже не бойтесь его. Разбираю просто как щенка. Почему? Потому что этот суперский пацан, ну, во-первых, короче, любитель там пописать многого чего-то, типа там, мне там повезло, там, что я его убил, там, еще типа того. Поэтому я его за это просто беру, наказываю и отправляю в ангар. И он начинает от этого бомбить и будет писать всякую фигню. Ну да дальше, ладно. Четвертый фраг, 7-8. Опять вроде разрулим ситуацию. Еще на 1000 даю дэмэджа, спасаю. Пишут, дно, как то попало. Интересно, как же я попала, если я разбираю таких, как ты? Ну как я могу попасть? Я даже с такой позиции, смотрите, армату, смотрите, как я боком выкатываюсь, делаю просто грубую ошибку. А вот шот берет мне и мешает. Просто подпирает. Ну, пацан красава, конечно, блин. Обидно, что мешает, не понимает, что он мешает. Но при этом, смотрите, не пробитие, выцеливаю и 972. И фуловый до сих пор. 7900 дамага, дальше рулю. Ну, понимаю, что он на КД, выцеливаю еще на 994. И отправляется в ангар. А тут Альянс рулит, летит на меня просто как Бэтмен. Даю плюху 611.
При этом имею 5 фрагов, 9500 дамага и фуловый. Круто, круто. Чувак пишет, халява, капец Раку везет. Интересно, чего у него такие вот эти мысли такие волшебные? Раку везет, нищий бог. И дальше начинает, ну, писать, ну, у него бомбит, потому что все-таки получил. А тут я получил за то, что я пишу, я бог и ты никто. Ну, решил тоже, типа, такой тролль маленький. При этом за вот это я бог и ты никто получил на 908. За то, что остановился и подставил бог. Ну, факт остается фактом, а чё? Я стараюсь объехать чувачочка, чтобы забрать его красиво, сделать ему там супер, ну... И мне это удается, я ему на ходу просто всаживаю и шестой фраг. Просто воина. Пишет опять, лысый ничья, ты ж рак с 4К средухой. А теперь задумайтесь, да? Вы видели там раков 4К средуха? Я думал, короче, 1600, там 2, там, это раки. А 4 с каких-то пор с 4000 средух это раки. Это что-то такое интересное. Ну, в общем, пускай дальше. 3-4 счет, ребят. Вы понимаете, что происходит? Что 6 танков я просто уже этот просто убрал. Но дело не в этом, а в самой потной катке. В том, что ты просто, блин, пытаешься выровнять счет. Но команда просто вся сдохла, и ты не понимаешь, как спасти ситуацию. Вот что самое обидное. Ты понимаешь, что слева МС-ка, которая вот она едет. Я ее чуть позже, а потом, потому что я отвлекся на вот этого справа, я понял, что МС-ку надо забрать. И тут началось какое-то волшебное проклятие. Я думал, я его выцелю и делаю выстрел. Ну, где-то там, ну, ну, вот почти. Но нет. Я прекрасно понял, что и МС-ка у нас тоже там сейчас, скорее всего, может отсосать. И срочным образом лечу, чтобы забрать фраг, чтобы ему наши МС-ки не накидали просто взад вот этот танк. Я тут еду. Вы представляете, какой западло? Он должен был отправиться в ангар. При этом просто прога уже начала выделаться, и не пробить, или забагованность. Но, тем не менее, я дал 3 пятерочки. И уже понимаю, что уже 120-й шотный, смотрите, трамбует меня. Я пытаюсь использовать эти бочки, 3-3 счет. Это просто капец. Но 7-й фраг я забрал. При этом, что я делал? Я понимаю, что там почти фуловая армата. Реально фуловая. Я просто по ХП проседаю. Я просто, блин, как? Как? 10 тысяч, 7 фрагов. Ну как можно? И при этом под выстрелами по 120-му я пролетаю. И тут еду, ну, свожусь. И скилл просто на моей стороне сегодня. Забираю 8-й танк. Это какой-то просто бред, ребят. Ну согласитесь, где команда? Что происходит? Поэтому я сегодня суббота. Сегодня и не играл, ну, сам я откатал, вот, и такой бой интересный получился, поэтому я решил вам заснять его, потому что реально потный бой. Команда ничего сегодня не делает, в субботу, выходной. Вот, офигеть, я 1 против 2 уже смог забрать, ну, был 1 против 3, теперь остался против... И тут смотрите, что происходит, я пытаюсь его забрать, и тут... И я его не про, короче, не попал. И еще и на камень заехал. Смотрите, какое западло. Просто капец. Получаю в жопу от арматы. Бог ты мой. Ну я понимаю, что надо забрать. Тут раковая ситуация. И я свожусь. Да. Да, я свожусь. Раковая ситуация была вообще капец. С этим холмом дебильным. Просто у Вены не хватало. Это просто капец. А этот все дальше пишешь. Капец, раку везет. Да капец. Да с чего ж ты взял, что ж это рак? Рак же ж ты, если ты умер, и ты вас с ангара там пищишь что-то там. Халява. Халява ты рублевая. Ну ник халява, у меня я причем, я ж придумал. Поэтому 9-й фраг. Пытаюсь сейчас понять, что он сейчас поедет туда. Однозначно и будет стоять жопкой ко мне. Ну я понадеялся. И я в принципе... Так, а тут у Вены, пацаны, вы видали? Я просто выстрелил, вообще капец не хватило. Но дал ему плюху. Пытаюсь еще немножечко тут как-то раздамажить. И не пробиваю, вы представляете? В черт, мне это просто капец. Ну, и он дымы бросает. 11, короче, 400 дамага. Блин. Что за фак? Что за фак, короче? Ну, я так понимаю, что он будет ждать меня, поэтому я решаю. Пишут, что под башню бросай, по косарю лезет.
Ну а как у меня, смотрите, поломана пушка, и у меня ремка за 55 тысяч просто уже грохнулась. Три ремки я использовал, все. Хана, я с поломанной пушкой, я думал, все, я просто как-то или да, или нет. Или чей-то... А тут он, смотрите, а он Бэтмен, за, вот задом, и я ему просто в жопу натык. И он меня пробивает. 1400 хп против 1179. Это перестрелка. Я понимаю, что он танкует башни. Я ему не смогу под башней запихнуть. У меня поломана гребаная пушка. 12 косарей, 9 фрагов. Что fucking shit происходит? Как это спасти ситуацию? Боже, что с рандомом? Люди, алло, вы научитесь играть или нет? Ну, стреляй, 751. Боже, я так счастлив, что я сейчас на одну плюху ему дам и все. И я в движении. Пытаюсь ему сейчас... И я не пробиваю! И он шотный, и я шотный. У меня 300 хп, он меня пытается отравить. Я все-таки останавливаюсь, сажусь под башню. И всасыватель просто входит. Этот опять пишет Равчик. Зато пишет человек красавчик. Ну все равно я рак. Так что встретите этого человека, не обращайте внимания, ну, потому что просто языком трепаться, а на деле пустышкой быть. На словах Лев Толстой, а на деле похудее будешь. Ну, вот, поэтому, ребят, результаты боя, сейчас я скрин прикреплю, так как все в курсе, что результаты, смотрите, не показывают у нас, да, вот это. Но на сайте, в личном кабинете отображаются бои. К примеру, вы откатали бой, и через следующий бой у вас отображается, вы можете, в принципе, посмотреть мой дамаг. И там получилось около 14 почти тысяч дамага, там что-то типа того. Поэтому вы увидите, я считаю, более нормальный такой хороший бой. Самому вынести 10 танков, почти всю команду самому положить, и 14 тысяч дэмэджа, я считаю это... Такой нормальный, хороший бой. Очень. И не всегда, особенно в этой обнове, у меня первый такой классный бой. Поэтому сегодня, несмотря на субботу, такой бомбящий стримец, который там был. Меня этот бой порадовал. Очень. При этом очень хорошо поднял настроение. При этом, я думаю, и вам было приятно смотреть. С вами был Император Prime. Подписываемся на канал. Ставим лайки, дизлайки, отписываемся. Всем удачи. Побольше вам таких же боев, как и мне. И чтобы настроение у вас было супер и у вас не бомбило, ребят. Поэтому я желаю от чистого сердца вам нагиба, жесткого нагиба, чтобы в команде люди научились наконец-то играть и смогли накидывать хотя бы по 2000 каждый дамага. И тогда будет все классно. Всем пока и удачи.